Здравствуйте! Библейский портал Эксекет разбирает живой вопрос, очень лаконичный. Можно сказать, это не вопрос, а некоторое обозначение проблем. Меня мотивирует зависть и тщеславие. В принципе, Господь говорит, что царство не устоит, если оно разделится в самом себе. Это он говорит как раз в обратной ситуации, когда его когда Иоанна Претичи, крестителя Господня, обвиняют, ну, прежде всего, заочно обвиняют, даже не в глаза, то, что они действуют, совершают чудеса, ну и, соответственно, божественные ученики апостолы тоже, силой Вильзевула князя Бесовского, то есть с помощью одного беса изгоняют других бесов. Ну, Господь говорит, царство не устоит. Однако это можно истолковать не только в изгнании бесов, но и в том числе, когда одна бесовская сила приходит и говорит, давай я тебе что-то полезное сделаю, давай я тебе в чем-то помогу. Приходит стана и говорит, я-то тебе в принципе враг, я тебе хочу в ад затащить, я хочу тебе зло причинить твоей душе, но вот сейчас я тебе в чем-то помогу. И даже какие-то промежуточные результаты человеку могут понравиться. В принципе, мы должны помнить самое первое, такую историю поворотную священного писания, книга бытия, изгнание Адама и Евы из рая, первое грехопадение. Сатана вселяется в зме, змеи, змеи соблазняет Еву, Ева соблазняет Адама, все как раз обещанием того, что вот, вот мотивировка, что позавидуй Богу, Дениса позавидовал Богу, и с небес спал и стал сатаной, как мы видим, зависть все тщеславие хорошо девиницу мотивировали, вроде на рост, ну, конечно, вот вырастешь, будешь сам Богом. Результат какой, Господь говорит, познается древо по плодам. Результат печальный. Постоянное существо вместо предводительства воинства небесного, наполненное злобой и в эту злобу старающееся всеми правдами и неправдами окружающих затащить. Точно так же берет и сатана Адама и Еву, вытягивает, вытягивает из Царства Небесного, просто им предлагает тоже, вот будете как боги, будете знать, что такое жизнь и что такое смерть, вот от вас Бог скрывает что-то, но нет, нет, вместо этого наоборот, не жизнь, а смерть приходит, болезни, разногласия и все несчастья и мира с этого, собственно, и начались, потому что пошел дорожка дьявольской. И тоже вроде Адам и Ева себе хороший стимул ставили. Ой, я сейчас вот что-то такое сделаю, нарушу единственную заповедь, съем с познания добра и зла, и вот Господь уже будет мне наравне, а не то, что Он будет мной командовать. Точно и так же и здесь. Может, уже не чтобы с Богом состязаться, а чтобы, ну, вот кажется, не, я, если когда завидую, если когда, или наоборот, тщеславный, то есть чего-то у меня добивается, то есть я кого-то либо догоняю, кто еще далеко впереди, неважно, там, в бизнесе, в искусстве, в каких творческих способностях, там, в строении тела, в какой-то там остроте речи и так далее. Вот это меня мотивирует, я же лучше становлюсь, я становлюсь более спортивным, я становлюсь более начитанным, лучше излагаю свои мысли, я начинаю больше там, денег зарабатывать, и, там, налогов платить государству, там, ближнему помогать и так далее. Какого-то поста добиваюсь чиновничьего и тоже вроде больше пользы могу приносить. Это все у меня такой соревновательный момент, я вот беру кого-то догоняю. Или наоборот уже на тщеславие, кого-то обогнал и этим всем радуешься. Но надо понимать, что сатана очень любит приписывать себе чужие заслуги. Прежде всего, заслуги Божии. Потому что все, что нам дается, это все дается по промыслу Божию. Если Господь не захотел, хоть ты в лепешку расшибись, ничего не поделаешь. Никто не поможет. Все силы бесовские как бы не пытались, все равно ничего не случится. Даже то, что Антихрист придет и всем миром будет править, и будет самый умный, самый красивый, самый могущный, все равно это все будет попущение Божие. Это будет то, что Господом обещано, то, что и так мы, христиане, знаем, что это просто Бог покажет, покажет разницу, чтобы потом явиться самому. И на этом фоне уже праведники поймут, поймут, в чем истина полнота общения со Христом, а в чем именно некоторое ложное подражание Ему. Мы, в принципе, Единственное, что вот мы можем на кого ориентироваться, абсолютно точно без обиняков, это на Христа. На Христа, потому что он, правда, лучше. Он творец неба и земли, он абсолютно могущественный, он повелевает бесами, тех же самых вот бесов, которые там страсти нас возгревают. Он берет, может, стихиями мира повелевать, он воскрешает мертвых, исцеляет больных. Сделай, как он и делаешь, как он, а Господь при этом говорит важные слова к своим ученикам. Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: Вы знаете, что князья народов Господствуют над Ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Поэтому, в принципе, тоже не обязательно нам идти на Голгофу на распятие. Очень хорошо, когда христианин стремится и добивается чего-то, занимает тоже какие-то посты, зарабатывает какие-то средства на доброе дело, можно направить. Замечательно. Там становится, там клеток чуть-чуть похудел, может, из чего-то такого более простого. Все это очень хорошо. Но надо помнить, сатана в этом не поможет. Он обязательно обманет. Если ты будешь только на тщеславе забираться, рано или поздно они тебя подведет, и ты переоценишь свои возможности и будешь громко и долго падать. Если ты будешь ориентироваться на зависть, то тоже рано или поздно ты из-за своей зависти столкнешься с человеком, которого ты догоняешь, и он из своих ресурсов, из своих возможностей тебя обойдет, тебя унизит. И тоже через это, наоборот, проявится милосердие Божие. А может быть, третий худший вариант, когда ты нет, ты и всех обойдешь, и всех переступишь, пройдешься по чужим жизням, доживешь до ста лет, будешь властвовать миром, все, что у тебя хочешь, будет. Но при этом потом ты Царствие Небесное потеряешь. И будешь вот как раз с тем самым предводителем бывшим ангельского воинства, который в аду мучается, проводить в тщеславии, злобе, в зависти в вечность. И от этого мучиться. Поэтому, дорогие братья и сестры, как только лукавый приходит и говорит, дружище, я тебе в принципе враг на сегодня помогу, надо сказать, а ты иди от меня, сатана, я сам, помолиться Господу и добиваться успеха.